Сегодня у нас 1 июля. Вот мы сходили в огород с ребятами и принесли колорадских жуков. Вот они в ведре, сколько мы их насобирали там. Вот Игнатий наш решил им на сожжение отправить. Ползут мужики-то. Это я тут решил помочь убрать жуков, а оттуда слышится, вот здесь прямо голоса слышатся: истопите мне баньки по-белому, я от белого света отвык, угорю и мне угорелому, пар горящий развяжет язык. Я попал в вас за грехи из штата Колорадо, и русские ему не будут ни рады. Вот это все как раз здесь и есть. Вот сейчас здесь это сделали. Сейчас надо создать фон. Вот смотри, их не трудно уничтожить. Вот землю убрали, тут эту траву. А теперь, тут можно без бороды остаться. О, гоняет. А, есть ястреб? Гоняет с этого, гоняет коршуна, коршуна. Он что-то понес. Не знаю, может быть. Надо создать именно уголь, чтобы был внизу. Открываться было некуда. Вон оно куда пошло. Видишь, загорело там. Ну пускай пока выгорает. Никто его не знал, этого жука. В наше время его не было. Картошка вообще не знала такой беды. А вот за грехи людей Бог дает. Говорит, жуки, жук так и называется, там черви. Все это будет против человека. Я нахожу, что это пророческое слово Божие, оно исполняется. Ну, их не было. Почему не было-то? Еще Бог их не сегодня же сотворил. Там надо... Это шкурили, а? В баню надо подбросить. Подбросить надо? Подбрось на... Пожалуйста. Угорю я и мне угорелому. Это вообще, я считаю, в данном случае, в одном этом стихотворении Высоцкий сказал больше, чем Онегин, в Онегине Пушкин сказал. Ему талант был. И талант невыдуманный. А от кого он был? Похоже, что совсем не от Бога. Божественного там еще не было, но талантливо. Талант. Мы можем у Булгакова узнать. Не зря ему эта нечистая сила являлась. Ну, Мефистофель-то для чего-то существовал. Вот сейчас мы жгли, бензину наливали. Бензину. В ведро, прям посреди дороги, чтобы никуда не делать. Вот в куче уже все горит, и все равно... Надо очень тщательно заливать потом здесь. Ага. Положил? Да. Дай-ка я сейчас начну сыпать маленько. Дай. Близко не надо, чтобы стекло не закоптить. Угу. Так, где моя? Ты клюку-то дал мне? Вот он. Вот он. Ой-ой-ой. Это чистили березы. Ваня тут шкурил. Больше всего Ваня дробит.
надо сначала подсушить, а потом будет уже гореть. Пошел в баню и не думал я сегодня, что придется мне такую большую беду провожать. А я шапочку, видите, дал мне, когда паришься, чтобы уши не жарило. Вот. Наверное, надо было какую-то решетку, чтобы снизу поддувало. Ну да, надо. О, решетки-то нету. Кирпичи. Кирпичи надо было еще. Тут надо было положить каких-то два как бревешка, а сверху решетку. И на решетке жечь. А так оно, видишь, вот она горит как будто, а под ним она жару-то и нету. Это долго. Сейчас мы развезем. И вот интересно, как ничего не помогает. Его кропят и давят и ядом, и вообще. Об этом описывает Амбросий Юрасов. Поздно садили, говорит, картошку они. Поздно, запоздали, там пахали. И жук, не имея чего, у них, говорит, не взошло, он перелетел к соседям, дескать. Вот как здорово получилось. Да к соседям-то перелетел, что это здорово получилось. Мало того, что он перелетел, так дальше-то ваша картошка-то подрастает. Он там не будет сидеть на старухе. Он обязательно перелетит на молодую. Молодую картошку. О! Вот сейчас уже приближается к развязке. Потом водой надо будет пролить тут, как ваша огонь туда подбирается. А можно, Дмитрий Иванович, можно сразу по кругу пролить сейчас, да и все? Не, пускай она опалится, а потом пролить. Ну что, надо мне, наверное, совок взять. Берите. Давай-ка я. Ой-ой-ой. Вот теперь да. Разожгли. О! О! Еще не трогать. О, плакала семейки. Вот так Господь выжигает людей. Содом и Гоморра, это содомиты так гореть будут. А то секс, меньшинство. Содомиты, другого слова нету. Господь же не сказал, вспоминайте как-то жену Лотову. Обернулась она, вспоминаю ее. Да, брат. Ну, во всяком случае, да, они брат. Сейчас потомство не дадут уже. Угу. Так. Ого-го. Ну, неплохо. Она, видишь? Лежала здесь и намокла куча.
И поэтому ее надо сначала сушить. Ты когда собираешься выезжать-то? Завтра, да? Не знаю, брат. Заманчиво. А этим только затушил. Тут надо все кое-что пробрать. Видишь, сколько травы много это подстребали, убирали. Ну что, если... давай, что, деньги позволяют, если бери, конечно. Так, сейчас разжечь-то надо. Надо газетки будет взять или... Сергей Пупков звонил сейчас. А? Сергей Пупков звонил. Ну еще. Покупает камеру. И решил застраховать ее. Что если в случае ее повредят, ему оплатят эту страховку. Ну ладно. На это не надо напарываться. Это не поможет. Его Господь останавливал, выгонял. Я считаю, не надо было лезть там. Там тем более под крышей. Там они оплачивали все. Не надо. Его выгоняли оттуда. Я не оправдываю никого. Просто говорю, что туда не надо было лезть. Не получилось маленько. Но они заглушили сразу. Они сырые, да. Упитанные все. Но во всяком случае, вон эти они спалились. Вон они, по совку лезут быстрей. Без порося лезут, да? Сейчас пойдем дальше туда, в печку прямо. Вот это разжечь надо. Давай-ка. Потому что сыроватое оказалось. Это бороться с жуками, как с грехами. Видишь, там решетка поддувает внизу. О, это большая разница. Сразу загорается. Тут уж банька не по белому банька, а по черному. Наши тут надели ЛДПР. Я перевел, говорю, лучшие дни потрачены рохлей. Не понравилось такое толкование. Вот и сейчас. Сейчас разгорится, я начну их туда швырять. Вот так Господь племена и народы посылает в горнило испытаний. Собирает их вместе. Вот они собрались, Варшавский договор. Варшавский договор или НАТО, как угодно назови там. Азиатские там вместе миллиарды. Бог сразу же собрал, да и сжег. Вот оно что, гляди. Там горит
И здесь гадит. Ну, маленько дырявое ведро. Ну, во всяком случае, потомство они уже не дают. Уже с плакатами не пойдут по Брюсселю. Путин задал им отпор этим садомитам-то. У нас, говорит, и так народу мало, а они дырявые лезут еще. Учат нас, говорит, вон в Грузии-то дали им отпор. Загнали. Так они все отрекаться начали. Я нет, я просто так. А их там начали давить, как вот этих клопов. Так а хорошо ли это? Ну что рассуждать хорошо. Господь их... Он ползет. Ползет, да? Угу. Никуда он не выползет. Поэтому куда их девать? В Тбилиси. Знакомые наши там священники все вышли с плакатами. И больше они ни разу не вылазили. Все. Почему они в Саудовской Аравии, в Тунисе не устраивают это? И они где захватят, все до одного будут гореть. О. От мусульман. Еще раз, за мусульман. Я не за мусульман. Я говорю, что не покайтесь, все таша погибнете. Интересно. Как они глушат. Ну-ка они вон какие сочные. Сочные. А? Они все сочные. Ну они сытые. Сытые, да. Они сытые паразиты. Посмотри, когда они идут с плакатами, там я видел в Брюсселе, ты какие здоровые, прыгают. А что ими, с ними делать? Ну, надо считать декретали Юстиниана Великого. Очень просто. Не просто кастрировали, а отрезали половой член, клеймили, железом на лбу выжигали и под землю в рудники. И они там до какого-то поворота выводили эти тележки с углем или с чем. И света Божьего никогда не видели. Клейменные. Так что вы за это меня спросите? Да при чем тут я за это? Я не Юстиниан. Ну, люди, понимающие слово Божие, они скажут, это сходится с тем, что Бог делает. Сходится. Он их заклеймил. Ну, тут, может быть, еще где-то маленько и есть все. Да все. Они. Да можно подать. Я думаю, тут ни один не вышел. И сейчас после этого это место надо будет залить. Там, чтобы внутри не думали, что им там покров какой. И те, которые проповедуют это, насаждают эту мерзость богомерзкую-то, они сами-то своих детей-то сохраняют от этого. Кто они там по национальности? Это же не стихийное какое-то событие, а целенаправленное. Я жду, когда в бане поспеют. Вот так. А как по-другому? Если можно было по-другому, Господь сделал бы, но Он не сделал по-другому. Вот это вот учат садомитов. А те, которые потворствуют им, они сами будут гореть. Надо залить будет до одной искры. Потом по краю пройти. Пока поджечь, что там горит у нас и здесь. Я считаю, что мы их выжгли. Там надо подбросить уже. Подбросить? А потом ты дровишек подбрось. Да, вот дровишек. Я тогда пойду, чтобы... Париться можно было. Их надо отодвинуть отсюда, от этой, от бани. Очень близко, опасно. Граблями куда-нибудь вот сюда вытащить, чтобы никаким образом не переходило. Угу. О. Надо приглядываться к жизни-то, смотреть, что Бог дает. А Бог дает
Познание истины. Все. Ничего нет. Надо ворошить. И которые думают, что что-то спасутся, они там в Брюсселе. Брюссель тоже взлетает на воздух. Содомский центр. О, у тебя под ногами, это нехорошо. Думаю, что тут им досталось. Во всяком случае, волосы обгорят ниже пояса. Вот, наверное, жуки-то и поют сейчас, и топите мне баньку по-белому. А ему вот такое. Тот, кто поет там, который там веру потерял. Бандит какой-то, убийца сидит. Баньку ему по-белому. Вот, вот такая банька и ждет на суде Божьем, если не покается, если не примет Христа спасителем своим. А такие, которые мне говорят, я нашел Христа, я встречался с ними, это слова. Это только чтобы кормили. Ходят, жуются, идут веретики. Им все равно разницы нету. В Боготоле он мы были. Это все обман. Здоровые, жирные, крепкие. Они все освободились, наркоманы. И они даже не думают исправляться. Жует. У меня ролик называется «Жующие еретики». Вот так. А тоже надо шевелиться. И что-то делать. Я думаю, тут уже ничего не надо делать. Просто заливать надо. Вон они где. Тут никак не выживешь. Температура достаточно большая. Пускай никуда только не ходить. Тут, видишь, кроме коры еще есть и отрубленные сучки. Дальше начала гореть, ты говоришь, заливать. Еще не надо. Потом. Вот мы нашли пример. А что вы уподобляетесь Богу, выжигать будете? Господь уподобляет. Я, говорит, для него, говорит, ты для него будешь Богом. Передает Божьи слова Аарон Моисею, и будешь для него Богом. Моисея. Это человек, знающий истину. Это вот учат садомитов, всех на земле. Мы можем только говорить, ничего не делая. А мусульмане, те конкретно, с пятого этажа вниз головой. Они живьем, говорится, душат. И главное, 2 миллиарда мусульман, ни одного садомита, ни одного. Ну, быть не может, но они где-то есть. Но если есть, то конец ему. Значит, радикальное какое-то средство существует. Я знаю, в Саудовской Аравии воровства нету. В Таиланде пьяных на дороге нету. Почему? Потому что слишком суровое наказание. На волоске жизнь. Ему каждый день уголь показывают. Христианство оправдывает себя только тем, что оно со Христом, когда поступает. А тогда этого события и нету. Ему с ребенку с детства это все говорят, и он понимает, какая беда. Христианство без Христа мертво. Самая ненужная религия делается. Вредная. Без Христа. То есть, батюшка накроет, благословил, иди воруй, опять иди блуди. Без Христа. Жизнь без Христа. Самое ценное, это Христос, христианство. А когда его нету, живу только от причастия до причастия. Зачем? Он грешит. Он хуже любого беззаконника. Лучше бы вам не познать. Лучше, нежели познавший, говорит, возвратиться назад от преданной заповеди. Лучше. И нам не надо об этом спорить. Он берет 7 злейших и поселяется в нем в человеке.
А где это? Ну кто очищен? А где? Христианство. Православие. Там, где нет Христа. А одна, один камуфляж – религия. А религию Господь не создавал. Он пришел и отдал самого себя. Чтобы мы не были колорадскими жуками. А были пчелами, которые собирают нектар. О чем Антоний Великий говорил, Серафим Саровский. Тут никакой мудрости-то и не надо искать. Она уже изречена. Ну что, я пойду. Угу. Ты мне подбрось настоящих дров тут. Ладно, сейчас чтобы попариться можно было. Угу. Истопите мне баньку по-белому. Тщательно сгреби в одно место уголь-то, и все это залей, и опять проверь, чтобы нигде не дымилось. Вот которое сбоку, это тоже перевернуть, руками прощупать. Угу. Все. Слава Христу.